Ну а 3 августа в Ярославле завершилось выдвижение кандидатов на досрочные выборы в муниципалитет. По информации областной избирательной комиссии, в списке 16 кандидатов. По 8 на 2 избирательных округа, 2 в Дзержинском районе и 8 в Заволжском. Среди кандидатов представители таких партий, как «Единая Россия», «КПРФ», «Справедливая Россия», «ЛДПР», «Яблоко» и «Патриоты России». Принять участие в выборах планируют и 4 самовыдвиженца. Напомню, что дата голосования по 2 округам назначена на 13 сентября этого года.